как раз можете обращаться к Надежде, она специализируется на неразрешимых проблемах и ситуациях. Вот. И сегодня у нас уже она выступала, значит, первый раз выступала, это были ключи Вселенной, работы с энергетикой. Было несколько медитаций проведено, техник. Затем она выступала. Так, второй. Про любовь, ключи к любви. А, была ключи к магии. И вот сегодня у нас ключи к деньгам. Внедрение денежного магнита или как стать хозяином денег. Сегодня вы узнаете, почему нам часто не хватает денег, что мешает нам получать деньги в достаточном количестве, как сделать так, чтобы доходы превышали расходы, как повысить свой финансовый уровень, как мы сами не пускаем деньги в свою жизнь. И узнаем, как, кто и как может забрать у вас денежную удачу. Так, куда к ней обращаться? Я дам ссылки, куда к ней обращаться. Сейчас она будет выступать перед вами, все расскажет. Валентина, плохо слышно, но... А что, что-то изменилось или так же слышно по-прежнему? Ну, Валентиночка, это, видимо, что-то у вас звук плохой, наверное. Я всегда выступаю как бы одинаково, с одинаковыми параметрами голосовыми. Все отлично. Хорошо. Надежда, вы готовы взять микрофон? Поставьте, пожалуйста, плюсик или вы вообще сразу берите микрофон. Нажимайте на кнопочку на слово «говорить». Надежда? Ага, все. Отлично, друзья, встречаем Надежду. Отлично, друзья, встречаем Надежду. Добрый вечер, дорогие друзья. Скажите, напишите мне, пожалуйста, как меня видно, слышно. Поставьте от единицы до десяточки, как звук, видео. Все прекрасно, хорошо. Спасибо Галине, что представила меня. Я увидела, что у нас сегодня тоже есть много людей, с кем мы еще не знакомы, не встречались. Ну, я также повторюсь, я психолог, лайф-коуч, биоэнергетик, парапсихолог, тренер по личностному росту, специалист по выявлению и решению сложных внутренних и внешних проблем. И также я автор методик по решению проблем. Опыт у меня большой, вебинары у нас проходят разные, курсы разные. Добрый вечер, Сергей, вас тоже с праздником. Но сегодняшняя наша тема – это тема деньги. Внедрение денежного магнита или как стать хозяином денег. Ну и по сложившейся уже у меня традиции я скажу, что... Все в мире есть энергия. Мы, вещи вокруг нас, ситуации, которые с нами происходят, все это работа и выражение энергии. Если вы сейчас с нами, то я могу предполагать, что тема денег для вас актуальна именно вот на данный момент. Давайте сейчас вы немножко поотвечаете на мои вопросы в чат, чтобы у меня сложилось более точное представление о том, насколько сильно вас сейчас тревожит тема денег. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале ваше финансовое состояние на данный этап времени от единицы до пятерочки. Не стесняйтесь, давайте будем активны, ведь деньги – это в любом случае какая-то работа. Внешние это работы, мы их зарабатываем, или внутренние работы, но работа в любом случае. Сами они, к сожалению, не падают нам на голову. А может, и к счастью, не к чему было бы стремиться. Ну, среднее вижу, да, среднее значение. Ясненько, спасибо. А теперь оцените по пятибалльной шкале свою готовность предпринимать какие-то конкретные шаги для обретения денежного благополучия. Поставьте свои циферки в чат.
Молодцы, все готовы. Да, есть сомневающиеся, вижу троечки. То есть денег хочется, а делать для этого ничего не хочется. Ну что же, и такое бывает. Вот, а есть даже и шестерочки, что готовы, наверное, даже прямо сейчас в бой. Ну так вот, зачастую мы сами блокируем себе денежные каналы. Эта тема очень обширная, и на нее, конечно, требуется очень много времени. Поэтому вы меня не ругайте, если я буду, так скажем, уходить глубоко в теорию или перескакивать с темы на тему, потому что хочется дать много, вот, хочется, чтобы у всех было понимание, что это, как это работает, почему у одних есть все и много, а вот другие не могут этим похвастаться. И, конечно, пожалуйста, отвечайте на вопросы, чтобы была обратная связь, чтобы я видела, что вы слушаете, вы вовлечены в процесс, вот, и вы готовы работать над своей ситуацией. Ну так вот, первая, так скажем, проблема, которую мы сегодня будем рассматривать, почему денег нет или их недостаточно. Я хочу начать с блоков. Блоки – это как это происходит? Попросту мы ставим блоки, блоки, которые не пускают в нашу жизнь деньги. А первый блок, с которым мы можем столкнуться, это блок, установленный системой семьи и воспитания. Наши родители, бабушки, дедушки росли и жили в то время, когда к деньгам было несколько иное отношение, чем вот сегодня. В совсем давние времена вообще считалось, что деньги посланы дьяволом, поэтому они нечистые. Во времена советской власти такое отношение к деньгам специально поддерживалось у народа, чтобы люди довольствовались немногим. Поэтому большинство тех, кто воспитывался в то время, особенно вот пожилые люди, они подсознательно, а часто и сознательно имеют негативное отношение к деньгам и агрессия к тем, кто их имеет. Ну, наверное, слышали такое выражение от бабушек, дедушек, что те, кто богатые, жулики, воры, денег понахапали. Кто вот слышал от своих родственников пожилого возраста, ну, все-таки в основном, кто слышал, поставьте плюсики в чат. Вот именно такое отношение к деньгам. Что те, кто богатые, это в любом случае нажили деньги нечестным путем. Угу. Есть такое, да, есть на самом деле. Пожилые люди часто так говорят. Ну, тогда такая идеология была. И вот такое, и наподобие этого отношения к деньгам многие из нас получили по наследству. Возможно, в нашем воспитании нам прививали такое как качество, как скромность. Что скромность, она красит человека. Что не нужно высовываться, требовать многого. А если мы с вами рассмотрим слово «скромность», вот у кого какие приходят идеи, ассоциации с этим словом? Вот как можно это слово «скромность» еще другими словами обозначить? Напишите, у кого какие мысли есть. Я думаю, что некоторые из вас все равно имеют такое восприятие именно словесное. Что вот есть это слово, если нет, то, конечно, я расскажу. Но мне интересно, как вот вы считаете? Неуверенность, ага, спрятана. Угу. Еще быть тихой, да, вот тоже неуверенной. Воздержание. Угу. Серая мышь. Деликатность, не вылезай, да. Вот видите, какие слова пошли. Вот само по себе скромность, она вроде бы не несет такого вот негативного заряда, чтобы. Да, вот быть как все, середнячок, минимум достаточно. Скромность. Вот я это слышу, мое восприятие,
христианская скоромность, когда вот есть пост, и в этот пост говорят, еда скоромная, пустая. То есть, ну, в пост не едят, что там, мясо, масло, яйца. То есть, вот это вот и называется еда скоромная. То есть, пустая. Еда пустая. Пустота. По-другому нищета. Вот я слышу это так. И когда, вот именно, что будь скромной, что, да, не лезь, никуда не высовывайся, да, там, не, тебе не надо лишнего, там. И поэтому многие из нас так и живут, довольствуясь малым. А ведь что на самом деле значит деньги в жизни человека? Для одних это свобода, для других власть, для третьих удовольствие. Ну, кто-то путешествует и получает от этого удовольствие, но на это как бы нужен, ну, такой неплохой достаток и доход. Но для всех вместе взятых нас, людей, деньги – это необходимость. Конечно, не такая в них нужда была, когда люди жили в поселениях, в деревнях, ни на проезд, ни на телефон, ни на квартплату, да, на тот же самый интернет, вот, в котором мы сейчас с вами сидим, деньги не тратили. Ну, еда, как говорится, та была из своего огорода. То есть излишков не было. Сейчас, конечно, другое время, другой век. Век потребления, век больших возможностей. И очень жаль, если вы эти возможности не используете. А это как раз и может происходить от того, какие блоки от денег стоят у вас и, может быть, привиты семьей и воспитанием. И это, так скажем, только первая часть группы преград, которые могут стоять на пути к деньгам. Поставьте пятерочки, у кого, вот кто уже в себе выявил такое вот отношение, кто уже в себе выявил, что его так воспитывали. Если вот тоже давайте от единички до пятерочки. Кто выявил в себе это, кто знает, что у него уже это есть. Вот если есть, да, пятерочки, это на самом деле, да, это может быть не в полной, вот именно в такой степени, что жесткая там какая-то экономия, вот. Но, ну да, вот вижу то, что многие, вот вы молодцы, вы сразу как бы диагностируете себя, свои мысли, а мысли в этом деле далеко не последнюю роль играют. Да. А как узнать, есть такой блок у меня? Ну, если самостоятельно, это просто вспомнить, что говорили ваши родственники, ваши близкие, как ваши родители, ваши бабушки, дедушки относились к деньгам. Что они говорили про деньги, что они говорили вам. Вот даже там та же самая скромность. Скромность – это, прежде всего, моральное качество. Да, моральное качество. Но согласитесь со мной, что очень часто слово «скромность» употребляют именно тогда, когда хотят человеку объяснить, ну, ты там это, будь поскромнее. И это далеко не имеется в виду, что именно как моральное качество. А вот именно в своих, так скажем, желаниях, в своем потреблении. Ну, так вот, вторая группа блоков – это блоки, которые мы сами могли бы поставить себе, исходя из своего личного опыта. Возможно, в вашей жизни были такие примеры, которые были негативными, и именно в связке, негативные именно в связке с деньгами. Ну, например, ну, предположим, что у вас есть знакомый, который очень там состоятелен, богат. И, к примеру, его квартиру обокрали. Ваши мысли. Напишите в чат. Вот что бы вы подумали, вот, когда вы узнали вот такую новость. Вот есть человек, и у него обокрали квартиру, а он очень как, ну, так хорошо живет, зажиточно. Жили хорошо, не может человек с таким. Вы пишите, я пока почитаю ваши вопросы. Без такого блока или это априори. Может,
Юрий, может, может человек и с таким воспитанием быть без такого блока. Конечно, ваши отношения. А если вы работаете над собой, если у вас, так скажем, правильное отношение к деньгам, к доходам, к богатым людям, вообще к изобилию всего, то вполне может, что у вас и нет таких проблем. Людмила, предки были богатыми, но жадными. Я ненавидела эти обстоятельства, но была мала и не знала, как правильно относиться. Ну, самое главное, что сейчас у нас есть возможность все это проработать. Мало потратил на охрану, посочувствовала бы. Вот, лишнее отнимают, да. Угу. Кармически, жалко, кто-то позавидовал сильно. А не повезло. Вору вора шапку украл. Вот, вору вора шапку украл. То есть богатый человек априори вор. За что-то заплатил, да. У меня обокрали квартиру, это ужасно. Делиться надо. Угу. Блоки в сознании, зацепка за деньги. Здесь, конечно, я понимаю, что у многих из вас уже есть знания, есть такие, так скажем, базовые знания для того, чтобы иметь правильное отношение к деньгам и верное. Но, тем не менее, если у вас все-таки проблемы существуют, значит, что-то вы где-то не видите, где-то не предусмотрели. Если знакомый друг посочувствует, иначе обойду, откупиться, чего более страшного. Да, здесь, конечно, среди ваших ответов есть ответы, которые показывают, что верные отношения. Но, тем не менее, проскальзывает и то, что, вот, например, как вор у вора украл. Это все равно уже отношение, что если богатый человек, значит, он нажил эти деньги нечестным путем. Вот это блок. Вы тем самым транслируете Вселенную свое отношение. Деньги. Плохо. Деньги бывают у воров, но я же не вор. И очень часто, это я вам говорю по опыту, как и из психологии тоже, с приема людей, когда в такой ситуации зачастую люди сразу говорят примерные, ну, может быть, не говорят, а думают примерно вот так, что угу, ну, ко мне-то не придут, у меня воровать-то нечего. Слава Богу, у меня воровать нечего. Вот. И, соответственно, это тоже сигнал. То есть мне такого не надо, потому что богатство – это плохо. Людмила, 2 года назад стал хуже с деньгами, не могу разобраться. До этого был очень хороший поток, он увеличивался. Хороший, гордый, но бедный. Все верно. Людмила, мы сейчас и такую тему затронем, когда они неожиданно уходят, эти деньги. Вот. А так вот поэтому, да, хорошие, гордые, но бедные. На самом деле было такое вот, в советские времена было такое воспитание, и что уж. Но мы сейчас вернемся к блокам, которые мы можем ставить себе сами. И ставить мы их можем как раз вот таким вот отношением к деньгам. Или еще как бы пример. Человек, который хочет, ну, так скажем, большие деньги, да, мы понимаем, что по улице просто идя или просто сидеть дома и хотеть, они не будут. Это надо какой-то бизнес, чем-то заниматься. А бизнес, то есть, это риск. И вот также, к примеру, есть у вас знакомый, и у него там, ну, был бизнес, который он в какой-то момент, может быть, потерял, разорился. Вот ваши мысли могут быть какого рода? Я, конечно, понимаю, что это и правильные, но в основном тоже бывает такое, что ну и что? Ну и чего он добился? Вот он вкладывал и вкладывал, вот он потерял. Это все нечестно. Бизнес честным не бывает. Бизнес это, ну, тоже как бы, то это тоже для воров. Это тоже для этого. То есть мысли, они вот в этих случаях, то есть схожи. Но что среди них есть общее? Общее то, как вы проявляете свое отношение. И если хотеть денег, а не просто их хотеть, а большое количество и стабильный доход, то в первую очередь нужно проявить себя по отношению к деньгам. То есть
Но если вы хотите получить расположение какого-то человека, навряд ли вы будете, ну, еще и ему. Но деньги – это такая энергия, они не живые, но это же все равно в любом случае энергетические процессы. Если вы хотите добиться расположения какого-то человека, понравится ему общаться с ним, навряд ли вы будете называть его вором. Ну и, собственно, вот понимаете, да, все в таком духе. Ну и как вообще это работает? Почему это именно блоки? Вот когда у человека есть свой какой-то негативный опыт, не обязательно личный, а может быть это опыт друзей, знакомых, да, можно также новости посмотреть и запросто на основании этого поставить себе блок, особенно если с фантазией все хорошо и не в ту сторону. Почему это работает? Вот я вам сейчас расскажу, вот с какой позиции. У меня есть опыт проведения обследований на детекторе лжи, на полиграфе. И вот, наверное, вы знаете, да, что это человек, на него одеваются датчики, которые фиксируют любое изменение. Не то что движение, а изменение и кровяного давления, и всего. И не всегда, вот, ну как мы считаем, что если, например, детектор, да, то изменения идут тогда, когда человек врет. Нет, кто не знаком с этим, я расскажу. Вот там в начале, перед обследованием, дается такой пробный тест, который самому испытуемому показывает, что соврать у него не получится. Я, может быть, немножко приоткрою как бы завесу этого. Я не думаю, что я, так скажем, какую-то большую тайну открою. Я надеюсь, что вам вообще это не нужно, так скажем. И в чем этот тест состоит? Вам дают листок бумаги, где вы должны написать имя, отчество. Ну, например, там 5-7 женщин. Одна из них должна быть ваша мама. Соответственно, специалист-полиграфолог, он не знает, какая из них ваша мама, и понятия не имеет. Татьяна, да-да, проходила. Вот. Я просто не знаю, может быть, у разных полиграфологов разный вот этот вот вводный тест, но это есть. И, собственно, потом это все загружается в программу, одеваются датчики. И когда полиграфолог перечисляет имена, отчества, всегда есть реакция. Всегда. И потом это очень наглядным образом просто показывается, что вот они, имена, отчества, но у тебя только на это среагировало. То есть реакцию ты дал только на это. Но, собственно, мама, да, ну а какая тут реакция, если мама сама по себе, это слово, в основном это несет наоборот спокойствие, умиротворение, защиту даже какую-то. А реакция все равно есть. Вот эта физиологическая реакция, она порой для испытуемого, он говорит, ну как же, я же вообще сидел, и вот ни сном, ни духом вообще там все это пропускал, там, и не думал, что это может быть. Для меня там все имена, отчества, я даже не реагировал. Есть реакция. Реакция организма есть. И вот когда с деньгами связано что-то негативное, вот этой реакцией мы сразу же себе ставим блоки и перекрываем все потоки энергии. Мы это не чувствуем. Порой какие-то ситуации, если в нашей жизни были неприятные, мы загоняем далеко в подсознание, но нам неприятно об этом вспоминать. Зачем мы будем об этом думать? Мы загнали это в подсознание, пусть там сидит, а реакция все равно есть, независимо от этого. Сказали, например, ну вот если, ну, к примеру, там человека обокрали, да, вот будет какая-то ситуация, где-то он услышит это, и у него все равно организм среагирует. А вокруг нас энергетическое поле, которое моментально отражает все то, что мы думаем, и что у нас происходит, все процессы. И получается, что да, мы сами неосознанно ставим блоки. Да, все активизируется вокруг нас, пространство активизируется именно таким образом. А Вселенная, ну, вы можете называть это как угодно, я говорю обобщенно, кому для восприятия как лучше. Вселенная, Бог, они берегут нас, они дают нам только то, что мы
готовы, можем принять. А если у нас такая реакция на деньги, такая реакция на богатство, такая реакция на богатых людей, но понимаете, что мы сами сразу раз, нет, нам не надо, нам не надо. А есть универсальные средства для снятия таких блоков, если они даже разные у всех. Вот универсального средства, вот чтобы как таблетка приняли и все, нет. Универсального нет. Но каждый, вы знаете, их не миллион. Их даже не тысяча, их меньше. И все равно они, так скажем, под категории подходят. Да, они разные у всех, но с этим работать можно. И все это очень отлично прорабатывается. Как говорится, то, что нужно, просто это проработать, и все, все это снимается. И понимаете, здесь... Конечно, и желание наше, и то хотим, как мы хотим этого, истинно ли мы хотим, или мы не готовы впустить деньги в нашу жизнь. На самом деле не всегда работают именно вот блоки, которые с семьи. Есть у нас в нашем сознании скрытые мотивации. Когда, почему они скрытые называются? Потому что они скрытые, скрыты они в первую очередь от нас. Мы сами не понимаем. Мы вроде бы хотим, ну, к примеру, бизнес. Я хочу бизнес. А потом сижу и думаю, эх, это бизнес, это там столько работать надо, это люди, ими надо руководить. И тут начинается дальше. Возможно, кто-то сейчас узнает в этом себя. У вас может быть другая какая-то ситуация, но тоже именно связана с получением денег. Например, вот если взять бизнес, это надо руководить, это надо платить налоги, вести бухгалтерию, нести ответственность. Это то, где ты, Сергей, знакомые мысли, это то, где ты, возможно, рискуешь деньгами, а у тебя семья, все. Вот он блок, вроде бы, да? Но вы хотите, и вы делаете это, да, Юрий, платить зарплаты. Да, и вы все равно делаете, потому что вы хотите чего-то добиться. И вы идете, берете и делаете. Но у вас почему-то, ну, не получается. Вот вышли на какой-то уровень, бывает, вот какой-то минимальный, и встали. Все, ступор. А почему? А потому что дальше нужно больше работать. Дальше нужно больше вкладываться. А внутри, в подсознании, есть скрытая мотивация, которая читается просто. Больше денег, больше работы. А мы не хотим больше работать. Мы вот взяли вот этот вот свой уровень, свою планку эту поставили, и скрытые мотивации, они работают против нас. А потом мы оглядываемся, ну, вроде и все делаем, вроде все делаем правильно. А все, она планка стоит. И это скрытые мотивации. Вот скрытых мотиваций, наверное, даже побольше, чем блоков. Чтобы выявить эту скрытую мотивацию, это, конечно, ну, немножечко такая посложнее задача. Здесь нужно быть честным в первую очередь самим с собой. И поставить этот уровень дохода. Есть такое, как, например, да, я хочу сейчас миллион долларов. И сразу мысли. Ну, мы же не просто хотим, мы же об этом думаем, к примеру, размышляем, примеряем, так скажем, на себя, особенно те, кто уже, ну, что-то читал, что-то по именно привлечению денег. Там нужно почувствовать себя, в первую очередь, миллионером. Ну, и некоторые очень хорошо и далеко заходят в этом процессе. Почувствовал себя миллионером с точностью, прям 100%. А куда деть эти деньги? А если я их вложу в банк, а если что-то с банком, а если мне их не вернут, а если меня обворуют, а если я их неудачно вложу, и эти деньги прогорят. Все, ну, то есть, понимаете, да, по энергии, ну, какой тут миллион? Вы не знаете, что с ним делать. Вы не примете такие деньги, ну, они просто к вам не придут, вы не готовы. Почему я как бы говорил, то что, да, Вселенная и Бог, они берегут нас, а это то же самое энергетическое пространство. Как хотите, ангел-хранитель. Если это не ваши блоки, а ваши скрытые мотивации, что я хочу, но я могу дойти и встать уже вот у порога, потому что знаю внутри, что, может быть, я не хочу работать, я, может быть, вот
отдыхать хочу, а мне бизнес, а мне работать нужно. Уработалась уже, хочу, чтобы деньги просто приходили из вселенского потока изобилия. Отлично, отлично. И поверьте, Ольга, они могут оттуда приходить, но для этого нужно обязательно, чтобы не было ни блоков, а вот, Сергей, блоки или установки. А если это так же, есть и блоки, и установки. У кого-то установки работают, кто-то ставит именно блоком. То есть эта энергия, она, вы знаете, в разные образы может встать. Вот такая ситуация. У меня есть бизнес, он процветал, но до определенного порога. Дальше развития нет. Что делать? Работать, анализировать. Анализировать, до какого порога, почему встали на этом месте. Это, ну, бизнес, вот поймите, когда вопросы связаны с бизнесом, мы сейчас говорим о личности, то есть о личности человека, который может там ставить себе блоки, что-то принимать, не принимать. Бизнес – это, ну, как ребенок, это еще одна, так скажем, энергетическая субстанция, в которую вы вкладываетесь, а вкладываются другие люди. Там нужен анализ для этого. Людмила, вот я и думаю, что просто устала. Это так глубоко, что блок. Благодарю, Надежда, еще больше. Да, именно налоги. Надо принять, понять, как бы внешне я их принимаю, но внутри где-то отдаю свои. Да, это нужно проработать. Нужно посмотреть все слабые места, проработать. Так скажем, посмотреть везде, продиагностировать себя на отношение к деньгам и на все. Блоки могут быть из прошлых воплощений тоже. Конечно, могут, но реже намного. В основном все, что связано здесь и сейчас у нас с деньгами, мы можем отработать здесь. То есть просто те, кто вот из прошлых воплощений, я, к сожалению, не знаю, вот с какой вы, так скажем, интонацией это говорите. Есть люди, которые говорят, да у меня, наверное, вот что-то. У нас у всех в семье так. Это вот у нас семейное. Но все блоки, которые идут из прошлых воплощений, если вы имеете в виду, это какие-то кармические задачи, это все то, что здесь и сейчас мы можем реализовать, можем отработать и можем убрать. Страх потерять деньги – это блок. Да, Лана, это очень большой блок. Это, наверное, даже один из таких вот крепких блоков. Добрый вечер, Жупар. Крепких блоков. Тут видите, какая ситуация. Ну, как мы уже говорили, да, что деньги – это энергия. И получается, что вот вы взяли какой-то кусок этой энергии, и вы вцепились в него, и вы не отдаете. То есть вы блокируете себе поток. То есть вы это взяли, деньги должны свободно течь. Они должны уходить и приходить. Их нужно с удовольствием отпускать. Отпускать, есть даже установки при том, чтобы с удовольствием отпускать деньги, чтобы они возвращались еще больше и больше. А если есть страх потерять деньги, то вы блокируете, вы вот взяли какое-то количество, а в любом случае по закону обменной энергии они будут уходить, и вы можете просто на самом деле их все потерять. Почему обрушивается иногда бизнес у миллионеров? А почему здесь нельзя ответить именно конкретно у какого человека, почему это произошло? Но вы знаете, есть такая у миллионеров именно, наверное, даже тенденция, что очень многие миллионеры, они за свою жизнь неоднократно теряли все, оставались вообще без всего. Просто вообще без всего, и они опять и опять нарабатывали свой бизнес. Это мышление миллионера. Это мышление. Человек открыт для денег, человек знает, как заработать эти деньги, человек всегда находится в поиске. То есть человек свободно общается с этой энергией, он пропускает ее через себя, он открыт, он корректирует ее, этому можно научиться. У меня одна и та же ситуация с долгами повторяется. Я дала в долг одному другу, третьему они не возвращают. Почему? Повторяется. У меня складывается впечатление, что они сговорились. Майра, вы
понимаете, долги. Когда вы даете в долг? В долг это, ну, так скажем, вот мое личное, я могу поделиться с вами, но это тоже где-то, конечно же, кто-то уже писал. В долг, особенно другу, можно дать ту сумму, да и нужно дать ту сумму, которую вам не жалко отдать насовсем. Вот когда вы так отдаете в долг, то тогда они долги и возвращаются. Но даже если этот долг не вернется, во-первых, это друг, и вы ему помогли. А во-вторых, ну вы были готовы, это как благотворительность. Если вы готовы были отдать эту отдать в этой ситуации именно эту сумму денег. Возможно, вот у меня в таких ситуациях я часто забывала. Но я же знаю, что вот, ну могу вот я 1000 на данный момент дать, значит, я дам 1000. Могу дать 3 и забыть про них, я дам 3. Но зато представляете, как приятно, когда вам их возвращают. Ну вот я даю и забываю. А если у вас дала в долг одному, другому, третьему, они не возвращают, ну, здесь, конечно, нужно смотреть, какие это суммы, почему так происходит. Угу. Ладно, страх, это вы спрашиваете про страх. Со страхами надо работать. Со страхами надо обязательно работать, отрабатывать, изменять свои отношения. Приходите на консультацию, я научу вас как. Это несложно, это очень быстро, кстати, делается, если это одна единственная проблема. Есть еще такая вещь в бизнесе, как кредиты. Брал на развитие, бизнес есть, но денег на погашение кредитов не хватает. И наступает... Угу. Есть такое. Причин, по которым нет денег, на самом деле очень много. Очень много. И каждая она индивидуальная, потому что мы все разные. Мы все индивидуальные, мы все разные. И у каждого нельзя сказать обобщенно, что вот, например, если проблема в бизнесе, то проблема вот из-за этого. Вот вы возьмите вот это, сделайте, все у вас будет хорошо. Все люди разные. Отношение к деньгам разное, отношение к бизнесу разное, отношение... к людям в бизнесе, с теми, с кем вы работаете, это могут быть партнеры, это ну, сотрудники какие-то, это от многого зависит, это очень большой комплекс, то есть бизнес это уже второй вы. У меня мама все деньги забирала, на кино еле выпрашивала, не умею и заработать, не экономить. Угу. Ладно, я не знаю, если дважды обворовывали дом, я вам на самом деле рекомендую, если у вас ну, есть такие проблемы, вы придите на консультацию, мы индивидуально с вами поработаем. Я здесь мне нужно больше информации, мне нужно слышать вас, чтобы задать вам вопросы и выявить тем самым, почему у вас проблемы. Я, может быть, задам вам вопросы, сразу пойму, но это в любом случае индивидуальная работа. Если это по бизнесу, никак не возвращает. Но бизнес, если это бизнес ваш, то и проблемы это тоже ваши. И не обязательно это проблемы с бизнесом. Это проблемы, возможно, в вашей голове. Но так как бизнес ваш, и это ваши деньги. Поэтому и получается, что... Ну, это то же самое, чтобы зарплату не платили. В любом случае это нужно рассматривать индивидуально. Мне практически никогда не возвращают. Кармический урок преподают. Вы знаете, здесь нельзя ответить. Вот как я уже сказала, сейчас у нас задача как можно больше в теории это проработать. Каждый, кто на самом деле хочет получить ответы на свои вопросы, добиться чего-то большего в своей жизни, понять, почему у него так происходит. Мы позже скинем вам ссылочки, расскажем. У нас проходит курс, есть индивидуальные консультации. Я как специалист, я могу вам помочь, но, к сожалению, не в формате чата. И рассказать вот этот объем весь информации, его невозможно. Это все нарабатывалось и в психологии, и в биоэнергетике. Это нарабатывалось уже более 10 лет. И, конечно, за час, полтора, два это не расскажешь. Тем более вот так обобщенно для всех.
Если бы это был вот один человек, если бы можно было, так, как говорится, да, как мастер-класс какой-то провести, даже это бы вам ничего не дало, потому что у этого человека одна проблема, а у вас она совсем другая. И здесь я стараюсь вам дать как можно больше теории, чтобы вы подумали, так скажем, поковырялись в себе, нашли какие-то в себе именно совпадения с тем, что я говорю. Надежда, как можно записаться к вам на консультацию? Ладно, мы позже дадим ссылочки, вы все посмотрите и запишетесь, конечно, поработаем с вами. А если вкладываешь в инвестиции, все теряешь? Вы знаете, много у нас есть вариантов, как деньги уходят. И все, и каждый этот вариант, он говорит о какой-то проблеме именно, которая есть у вас. Вот. И сейчас мы поговорим как бы дальше вот о третьем виде блоков. Это блоки внешнего воздействия. Может быть, и это тоже даст вам какие-то мысли, какие-то ответы на ваши вопросы, хотя бы какое-то направление для того, чтобы вы рассматривали каждую свою ситуацию индивидуально. Я опять же повторюсь, для тех, кто хочет уже работать, тот найдет способ. Я же не даю вам теорию, говорю, вот идите, разбирайте, как хотите. Кто хочет, тот придет, и мы будем работать дальше. Так вот, первая категория блоков зависела, ну, где-то от нас, где-то не от нас, это воспитание. И есть вот третья категория, которая тоже в большинстве своем зависит не от нас, но только в первой части. А часть эта, она так или иначе связана, ну, так скажем, с магией, с чем-то магическим. А в любом случае, я знаю, что многих это интересует. Я давно практикую, и вопросы, так скажем, ну, общие, они, ну, они практически одинаковые. В магию мы сегодня углубляться не будем, я скажу только в общем. Я думаю, что практически каждый из нас думал хотя бы раз в жизни, особенно тогда, когда все идет не так, как мы думаем. Напишите в чат, какие мысли. Угу, порча. Еще пишите, пишите, давайте поработаем. Давайте говорите свои мысли, открывайте свое сознание, подсознание. Порча, глазили. Угу. Еще, да, сглазили. Зависть. Да ладно, сама виновата. Ну, так редко говорят. Ладно, я задала вопрос, что если в нашей жизни что-то не, вот пошло не так, не то, что как и шло, так и ехало, а вот резко, все было хорошо, и что-то пошло не так. Вот, и что мы, да, вот думаем, все правильно, вот так, так, в общем-то, все и думают. Просто у нас 150 человек, но все, видимо, стесняются или не хотят работать, хотят слушать. Вот. Но обратная связь нужна. Программа извне, зависть, сам наговорил, обидел и другое. Но здесь в основном, вот мы сейчас коснемся той темы, что вот те люди, которые вот думают, что там зависть, сглазили, какая-то порча, как мы уже знаем, все вокруг энергия. И процесс сглаза и потери денег, это, ну, тут тоже имеет место быть. Есть люди, которые могут, ну, неосознанно, например, сглазить ваш доход и ваше благосостояние. А есть люди, которые делают это преднамеренно. Как я уже говорила на наших вебинарах про магию, маги – это те, кто умеет работать с энергией. И как и в общей массе людей, так и среди них есть как хорошие люди, так и, так скажем, не очень. И вот те, у которых нет принципов человеколюбия, понимания законов Вселенной, то те люди запросто могут перенаправить энергию денег, полагающихся вам, к себе. Да, желает кто-то присвоить себе, да. Вот это первые блоки внешнего воздействия.
тогда, когда на самом деле от нас это вот, ну, в большинстве своем люди так, конечно, здесь спорный вопрос. Иногда, да, можно и спровоцировать, но все, кто считают, что их сглазили или позавидовали или что-то, те люди, безусловно, считают всегда, что они не виноваты. Вот, переклад, да. Но мы не будем как бы сейчас в эту тему углубляться. Вот вторая категория блоков внешнего воздействия – это когда нам блокируют денежные потоки в воспитательных целях высшие силы, Вселенная, Бог, ну как вам удобно про это думать. Кто считает, что вот в такой ситуации это именно урок, что он получает урок? Напишите, поставьте пятерочки, кто считает это уроком. То есть кто в этом плане все-таки не винит все и всех. Угу. Вот, молодцы. Угу. Вижу много, да. И вот уроки, да, их, наверное, из-за того, что мы не можем знать. В наших мыслях, к примеру, мы еще можем сосредоточиться, так скажем, покопаться, посмотреть, что и как. А вот, вот в таких уроках, наверное, посложнее разобраться. Бывает, человек встает в тупик и не понимает, и вроде бы все правильно делаю, и вроде, ну за что и почему, непонятно. Причин, конечно, порой тут бывает очень много. Тоже каждая ситуация уникальна и индивидуальна. Мы сегодня остановим как бы свое внимание на главных и самых частых причинах, из-за которых высшие силы применяют к нам воспитательные меры. Ну и первое – это закон бумеранга. То есть, если вы в своей жизни поступали с кем-то как-то нечестно, то тогда у вас есть все шансы для того, чтобы быть воспитуемым. Нечестно, именно, ну, мы сейчас рассматриваем деньги, давайте как бы на этом и остановимся. Именно в отношении денег, в отношении дохода. Может быть, где-то вы зажали деньги, не дали просящему. Хотя была такая возможность. Кого-то в чем-то обделили. Вот я хочу сказать, подробнее остановиться на том, что вот мы здесь уже тоже разбирали проблему того, что дают люди в долг, да, а им не возвращают. И здесь получается, да, что вот противоречие, вот бывает, тоже часто спрашивают, что а как же нужно и вроде бы тогда и дать столько, сколько не жалко совсем отдать, да, и нельзя отказывать. Вот всегда нужно, да, не каждому просящему, но я, это, так скажем, мой личный опыт, я стараюсь дать всегда. Возможно, не столько просто, сколько просят. То есть, если человек просит, ну, конечно, если он просит там, я не знаю, 100 тысяч и непонятно на что, то, ну, я думаю, что каждый подумает. Но если человек просит, дать нужно хотя бы какой-то минимум. Дать для того, чтобы вот, вот в такой ситуации, так скажем, обезопасить себя. Вы знаете, люди разные, не всегда человек может прийти, возможно, вам открыться. Возможно, у него очень крайняя ситуация. И да, ну все бывает в жизни, видела и на своем опыте. Возможно, человеку даже кушать нечего. Но он не может вам сказать. Он, возможно, выдумал какую-то историю. И да вы не давайте, сколько просят. Но немножко дайте. Возможно, его эти деньги на данный момент они спасут. А если это профессиональные цыгане-попрошайки? Ну, об этом вообще, это прям вот бегите дальше, чем видите. Вот. Мы сейчас говорим о тех людях, вот, с кем мы общаемся, в каком кругу мы общаемся, вот о таких людях. А с нищими как? Ведь можно их чистоту подхватить. Елена, я никогда не сталкивалась с таким. Я подаю нищим. Это благотворительность.
Я могу делать это разными способами, в зависимости от того, что мне нужно. Это процесс управления энергией, о чем мы как раз сейчас и говорим. Но подхватить частоту нищего, я, честно говоря, не знаю, я с таким не сталкивалась. Я не знаю, как это можно, это вирус какой-то. Я с таким не сталкивалась, честно говоря, за свою очень уже достаточно обширную практику, у меня такого не было. Так вот. Если вот вы не дали просящему, хотя была такая возможность, кого-то в чем-то обделили, именно обделили, то есть это не дали его долю, а посчитали, что его доля должна быть меньше, а может быть даже что-то присвоили совсем не свое. Примеров на самом деле масса. Я думаю, что каждый, у кого есть такая проблема, ну, где-то увидит себя. Самое главное сейчас вот эту теорию, то есть услышать, и кто хочет, тот услышит и поймет. Попрошайкам деньги не давать, просит на хлеб, купи хлеба и дай. Ну, тут уже каждый к этому относится, как хочет, это его дело. Вот. Самое главное, чтобы не было все равно негативного отношения. Я подаю по своим принципам, просящему дано будет. То есть это если брать, например, по христианству, меня вполне устраивает это объяснение. Просящему дано будет и взять какие-то, да, деньги, небольшие, мелочи какой-то, мне не жалко. Тем более, если с правильными мыслями, то очень даже полезно. Вот. Если потом на шею сядут. Надеюсь, что это не нищие. Вот. Если друзья, то, конечно, этим процессом нужно управлять. Вот. Так вот, если мы поступаем нечестно, ну вот с деньгами, во всех процессах, где есть как бы, ну, энергия денег. И Вселенной совсем не обязательно поступать с нами таким же образом. Это же ведь можно сколько? 3 жизни можно ждать, чтобы с вами, например, взять и сделать то же, что, к примеру, там где-то сделали вы. Это же нужно смоделировать ситуацию. Я не думаю, что эта ситуация этого достойна, чтобы ее моделировать как бы специально. Деньги – это универсальная энергия управления нашей жизнью и всеми процессами, которые происходят в нашей жизни. На самом деле вариантов очень много, и Вселенная где-то может просто на какой-то ваш поступок, если он незначительный, не то, что там, например, совсем перекрыть там вам какой-то источник дохода, ведь все же тоже меряется в том, что вы сделали по мере, и то, что как бы каким бумерангом это придет к вам. Но не обязательно, но это, к примеру, может быть, если поступили где-то нечестно для бизнесменов, например, может быть, где-то зарплату не доплатили, хотя люди на самом деле заработали, где-то в чем-то их ущемили, и запросто, может быть, вы, например, планировали поездку, она у вас сорвалась. Вот вроде бы ничего, да, а все равно, вот что-то не очень так приятно. Возможно, даже кто-то теряет там деньги там, на путевках, на чем-то. Вот так вот тоже незначительно. Лана, если тебя не просят, а ты сам предлагаешь помощь, это правильно. Это очень такая щекотливая в этом плане тема. Помощь, нужно знать, кому предлагать, какую помощь, как ее предлагать. И здесь нужно знать именно законы вот этого, ну, как бы, функционирования энергии. Потому что если вы эту помощь навязываете, у меня... Есть, так скажем, я рассказываю, как вот мы, например, живем, да, и есть у нас, может быть, какие-то друзья, соседи, близкие люди, которые живут не так, как, ну, вот как нам кажется, они должны жить. В чем-то неправильно поступают, где-то не видят очевидного. И мы вот с этой помощью
Вот с ней вот прям вот несемся, бежим, сметаем все на пути. Знаю по себе, сама проходила через это и не один год от этого избавлялась. И, по-моему, не избавилась до конца до сих пор. Вот. Но, тем не менее, когда хочется помочь, вот это можно себе представить так. И это в жизни очень часто так получается. Вот сидит человек в своем болоте, сидит он и никого не трогает. Ему там тепло, уютно, комфортно, он никого не трогает. И, собственно, и к себе он же у вас не просит. Мы сейчас рассматриваем именно тот момент, когда не просят. То есть он не просит, ему там нормально. Его ничего не заботит. Вот вы подходите к нему, вы сверху, такая красивая, и говорите, ну пойдем со мной, ну пойдем, здесь же хорошо. И вот вы начинаете эту помощь навязывать. Навязываете вы эту помощь, а это происходит на, так скажем, вот давайте эту картиночку увидим. Сидит человек в болоте, и вы его за уши тащите, а он вам при этом абсолютно не помогает. Вот здесь вот в этом есть, так скажем, правильность того, что вы делаете. Вот когда человек сидит в болоте и кричит, люди, помогите, я тут сижу, сделайте что-нибудь, и он вылазит, и вы ему подали руку, вот это помощь. Но когда человек сидит, никого не трогает, ничего не требует, а вы его за уши, вот вы его туда, а, извините, заднее место его тянет обратно, а вы его опять, и в итоге уши в руках, он плюхнулся, а вы в дерьме. Вот, извиняюсь. Вот. И это бывает, и я опять же скажу по себе, это бывает очень часто, когда благими намерениями, как говорится, выслана дорога. Когда мы хотим, мы, да, ему комфортно там, это может быть и вред для человека. Да, он в своей стихии, он проживает какую-то свою жизнь. И вот в этой его жизни, безусловно, помогать нужно людям. Нам обязательно нужно быть внимательными друг к другу. Это обязательно нужно. Но помогать нужно тогда, когда тебя хотя бы попросили. Есть люди, которым очень сложно попросить, но они все равно намекают на это. И такому человеку, когда предложишь помощь, ну вот так, невзначай, там, не, ну хочешь, там, я тебе помогу. Этот человек сразу же идет навстречу, он сразу же активизируется, и вы видите, что это не бисер, извините, перед, а что человеку реально эта помощь нужна. И он возьмет, он воспользуется, он будет вам благодарен. Вот здесь... Вот этот закон обязательно нужно учитывать, да, давать только просящему, ну, быть повнимательнее к близким, да, вот, ну, некоторые не умеют просить, но человеку, когда не надо, вы внимательно просто наблюдаете, когда вы предлагаете свою помощь, какая идет реакция и какие впоследствии человек делает поступки, когда он эту помощь, так скажем, вашу принял. Это на здоровье. Ну так вот, это то, что мы с вами рассмотрели, блоки. А что может ограничивать еще поступление денег в нашу жизнь? Вообще работа с денежной энергией, энергией возможностей, энергией удачи, это, конечно, комплексная работа. Вот видите, здесь и какие-то законы Вселенной нужно соблюдать, и, так скажем, знать, кому что дать, кому не дать, и иметь какие-то принципы, и где-то не обманывать, контролировать мысли свои, проработать в первую очередь свое сознание. Это в первую очередь. Ну, могут просто избавиться от такого доброго. Вот. А нужно в любом случае подходить всегда комплексно. Нельзя взять одну какую-то методику, например, там вы услышали, и пойти здесь по всем пунктам. Это комплекс. Это комплекс, что ну, много из этого можно назвать какими-то законами.
И вот сначала, конечно, нужно продиагностировать себя, понять. Если сами не имеете таких возможностей, значит, пойти куда-то, обратиться к специалисту. То есть вот именно для диагностики вашего внутреннего состояния. Это в первую очередь. Мы должны знать, в каком мы состоянии находимся сейчас, как мы готовы к этой энергии. Вот после полной диагностики всех сфер вашей жизни, и только тогда можно приступать к привлечению энергии денег и благополучия. Я зачастую умышленно не употребляю именно слово «деньги». Я сейчас расскажу, почему, для тех, кто как бы со мной не знаком. Благополучие, получать благо. Для каждого благо свое. И для кого-то благо – это дом. Но дом же – это не деньги. Для кого-то благо – это квартира. Но квартира – это тоже не деньги. Вот если напрямую, то есть работать, это уже тут немножечко как бы коснемся целей, постановки целей. Вот. И поэтому я, конечно, я предпочитаю использовать именно благополучие. Но бывает, конечно, ситуации, бывает, что все есть, и нужен доход. Нужно именно стабильно выстраивать вот эту денежную свою полосу. Тогда мы, конечно, употребляем именно деньги. Ну а так, просто для всех, чтобы понимали, это именно благополучие для тех, как бы кто вот не слышал, как мы с этой энергией благополучия именно работаем. Меня многие спрашивают, а можно, например, взять и накачать человека энергией денег? Ну, чтобы хотя бы там на какой-то промежуток времени хватило. Вот вы как думаете, вот если это человек, вот как мы сейчас с вами обсуждали, например, у которого есть блоки, неправильное отношение к деньгам, можно его накачать вот этой энергией, так скажем, денег, чтобы на какой-то момент хватило? Напишите в чат, как вам этот процесс видится. Угу, какой специалист, как называется? Я, к сожалению, ваше имя не прочитаю. Вы можете пойти к нам на курс, вы можете прийти на консультацию, мы обязательно с вами проработаем все. Нет, нет, конечно, они уйдут от него быстро. Угу, наверное, уйдут. Можно, но он их не удержит. Ага, можно подключить. Можно во вред? Нет. Смотрите, а мы ведь с вами рассматривали, вот здесь вот основные ответы, да, что уйдут деньги. Во вред уйдут, там денег не будет. Вот. Любовь, да, мы, наверное, уже с вами встречались, да. Это все равно, что наливать воду в полный сосуд. Да, здесь, вот именно здесь, что, Ольга, нужно прокачать, удалить все денежные блоки, обеты. Да, здесь, понимаете, какая ситуация? А как? Вот сидит человек, у него есть блоки. И эти блоки, когда особенно работаешь, так скажем, вживую, их сразу видно, когда прям вот, ну, 10-15 минут разговора, и они уже сами начинают, эти блоки, проявляться именно в разговоре человека, в его отношении к деньгам. И если у человека блок, так куда энергию-то давать? В блок? Ну, так она же будет от него отскакивать. То есть если этот человек именно с такой позиции, что он не принимает деньги, то есть и получается, что куда же накачивать, в стену? Он просто не примет. Он вроде как умом-то хочет, то есть сознанием, а подсознание, оно не дает принять эти деньги. Потому что, ну, есть проблема у человека, он, ну, не осознает ее, а тем более вот когда не осознает человек эту проблему. И, ну, каким образом-то? Это вот, например, ну, одна проблема, это если вот это блоки. Но если мы пойдем также дальше, следующее у нас, помимо блоков, это
какие-то установки, которые это, да это даже просто наши установки, которые мешают нам принимать эти деньги. Где-то, может быть, мы считаем, что мы недостойны, или мы, у нас есть страх, мы боимся, не знаем, что с ними делать, у нас неправильно проставлены цели, нам куда давать? Это если вот есть только, например, там блоки, вот такие установки. Если есть блоки внешнего воздействия, тоже давать. Но, нет, но ее можно дать, процесс-то, он несложный. Но получается, что, ну хорошо, так же человеку даешь. Если он например, находится на стадии воспитательного процесса, смысл, Вселенная все равно у него их заберет. Даже если их и накачивать здесь постоянно, у нее больше возможностей, чем у любого из нас. Она найдет способ, каким забрать. И поэтому здесь в любом случае нужна проработка сначала. А если это блоки, например, такого воздействия, как на самом деле возможно, ведь есть такое, мы не будем это исключать, как чье-то воздействие. И вот переклад писали, это и забирают удачу. То есть перенаправляют поток денег, перенаправляют на себя, и от человека как бы этот поток уходит. Но и смысл тоже получается, что это все временно. А вообще сейчас, конечно, очень много различных методик. И хочется это не просто, вот знаете, но есть, да, у нас вот курс проходил «Ключи к Вселенной». Там у нас было очищение, это вот мы очищали сосуд, потом оздоровление и... ну, как бы наполнение благополучием. Но это мы делали именно курс практик. Если не проработанные вот какие-то проблемы, все равно это временно. А хочется дать что-то такое, инструмент в руки каждому человеку, чтобы он мог потом это делать сам. Сам научился выявлять свои установки, скрытые мотивации. Юрий, а не будет так, вот сейчас мы все к вам запишемся, вы поработали с нами, мы все миллионеры, а если в этой жизни нам нужно прожить жизнь не в достатке, мы ничего не нарушим. Нет, Юрий, я, конкретно я, и все мои методики, они четко работают только в законе, и я знаю, как сделать так, чтобы никогда ничего не нарушать. Вебинары по магии были. Сейчас даже до сих пор задают вопросы, спрашивают. Я никаким образом не работаю ни с людьми, ни за какие деньги, никак, чтобы где-то не проследить, чтобы были где-то какие-то проблемы. Нет, это 100%, 1000000%. Ольга у нас... старшего поколения, страх принятия больших денег. Это тоже блок. Да, конечно, это тоже блок. А вот именно, да, вот это блок, это страхи. Страх – это самый первый блок. Вот этот страх, вот я же говорила про детектор. Вот как раз вот именно там же человека, ну, то есть все, вот это вот детекция лжи, эти программы, этот аппарат, это куча датчиков вот этих. А по сути-то это работает на чем? На страхе. На страхе человеческом, потому что задаешь определенным образом, определенным способом кучу вопросов, и у человека просто срабатывает. Раз и срабатывает это. И вот этот зажим, вот то, что вот этот детектор лжи улавливает, они все и усовершенствуются, и усовершенствуются. То есть если они там первые были на каком-то явном, ну, как бы вот, ну, зажиме человека, то сейчас они уже такого уровня, которые там именно электромагнитное вот это поле считывают. То есть изменения в электромагнитном поле. И так же все это работает, и все блоки, и особенно страхи в первую очередь. Поэтому с этим, конечно, нужно работать, и здесь, ну, здесь сложного ничего нет. Вот у нас сейчас, кто готов работать, кто хочет, у кого на самом деле есть желание
что-то делать в своей ситуации, с своими проблемами, то я прошу, приходите к нам на курс. У нас есть и стандартный, и комплексный курс. То есть здесь кто-то хочет просто блоки проработать, пожалуйста, здесь в стандарте мы прорабатываем блоки и восстанавливаем именно каналы получения денег, потому что они по ряду причин тоже бывают, так скажем, заблокированные, но уже не блоками, а негативной энергетикой. Негативом, который нужно счищать. Это как раз вот опять же про тот сосуд, который прежде чем наполнить его, с него нужно как бы ну, что-то слить. Валентина, адрес, где вы находитесь. Валентина, вы переходите по ссылочкам, записывайтесь на курсы, и мы с вами будем работать в интернете, также или в скайпе, если вы индивидуальную консультацию приобретаете, или гости придем, или именно будем прорабатывать также на вебинарах, только у нас уже будет курс, у нас будет курс с домашним заданием, потому что здесь обязательно нужно проверять. Это уже не теория, это уже конкретно практика. Особенно вот кто уже переходил по ссылочкам, смотрел, это в комплексе. Помимо проработки блоков и восстановления каналов, это и установка. Это уже и установка именно на... чтобы этот канал работал всегда. У нас занятия проходят 2 раза в неделю. Вот. Время там мы с вами уже будем общим голосованием выбирать, как это будет время удобно. Среднее я скажу, что вот по предыдущим курсам у нас это было таким образом, что мы делали в среду и в субботу, например. Есть в курсе скайп-поддержка, это будет общий скайп-чат, в котором вы будете уже именно общаться, задавать свои вопросы. Курс у нас начинается, стартует 15 мая. Вот. А если кто-то не приходит, именно не попадает на занятия, то значит вы просто получаете запись, отрабатывайте по записи, выполняйте домашнее задание в скайп-чате, пожалуйста, задавайте вопросы. Татьяна, как записаться именно к вам? А какие у вас гарантии, что денежный поток изменится? Вы знаете, гарантий их вам не даст никто и никогда. А какие гарантии, что я буду с вами работать, а вы будете на самом деле работать? У меня какие гарантии? Вот я как специалист тоже хочу получить от вас гарантии. Я тоже хочу знать, меня всегда, я работаю на результат, меня интересует результат. И я хочу, чтобы все, с кем я работаю, результат получили. Но я, к сожалению, не то, что даже когда работаешь онлайн, но и так приходит человек, да, там вы... Мы даем там какую-то программу, все это, домашнее задание, это нужно отрабатывать, это нужно все, это не сложно, но это работа над собой. И каким образом я проверю, что вы на самом деле это делали? Ирина, вы, Надежда, уже миллионер? Ирина, я миллионер, да. И я выиграла в лотерею очень крупные суммы. Я миллионер. И у меня есть бизнес, и не один. Если вот вас именно это интересует. Я не сижу сейчас и не говорю эту теорию. Это практика, я практикую уже больше 10 лет. И я вот расскажу для тех, кто меня не знает. Я работала на тот момент, когда я свою методику уже определила, по которой я работаю с людьми. Я познакомилась и оказалась в таком круге людей, как это было у нас сообщество целителей. Я, к сожалению, не могу рекламировать. Мне не давали, так скажем, такого разрешения. Кто знает, это об этом слухами так полнится. Вот. И там, чем было интересно, тем, что там была масса людей со способностями и собственными наработками, и мы работали в общем. И это настолько усилило и создало вот полное понимание вот этих всех процессов, как это происходит и с деньгами, и со здоровьем, и с проблемами, и с нарушениями каких-то вселенских законов, что я просто специалист и все.
И поэтому я работаю на результат. А но если человек не готов, да, если человек заплатил за курс, ничего не делает, то не берут с головой, но это безусловно. Ну почему? Ну кому-то, может быть, хочется создать видимость, что он что-то делает. Меня это огорчает. Меня каждый результат интересует, каждый, вот индивидуально, потому что это, да, это, возможно, в какой-то мере льстит мне. Мне интересно. Я хочу видеть это, я хочу радоваться за всех, у кого это получается, кто это делает и сразу видит результат. А то, что там, ну, дружит с головой или не дружит, это тоже может быть такая... Человек для себя создает видимость того, что он предпринимает какие-то действия. Но это же опять блоки. Заплатить денег, то есть их вложить, но ничего не делать, это блок. То есть, значит, умом-то человек понимает, что он заплатил, то есть, ну, начал уже движение, а вот этот блок внутри, он не дает двигаться дальше. И человек не хочет его прорабатывать. Ну, ради бога, пусть вместо слитков золота он будет наполнен своими кирпичами блоков. Ну, это уже, это личное дело каждого. Кто хочет, тот приходит и работает. Кто не хочет, тот, как говорится, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет оправдания. Поэтому у нас все курсы в записи есть. Пожалуйста, в общий скайп-чат это выкладывается. Всегда можно вернуться, отработать что-то. Не то, что я там дала, это, тут даже это удобнее получается, потому что можно пересмотреть. Когда человек так приезжает, ему даешь информацию, здесь нужно сконцентрироваться, все это запомнить, записать и ничего не упустить. А здесь, пожалуйста, сейчас такие условия, сиди, просматривай, пересматривай, что-то повторяй. А что эффективнее, курс или личная встреча? Мне нужно открыть поток денег. Ну и судя по информации, у меня есть блоки. Юрий, если вы уже видите, что есть блоки, я все-таки порекомендую вам курс. На курсе, это вот как раз к тому, я сейчас объясню, что я говорила, что я до сих пор еще пытаюсь всем помочь, я хочу. Я в любом случае практически индивидуально прорабатываю. Просто если это... личная консультация, то это мы анализируем проблему у нас в скайпе, встреча, и потом решение. То есть вы получаете решение. Решением может быть заряженный амулет. Если у вас нет проблем, но мы уже говорили, что если есть проблемы, то ну, не решив их, ну что вам даст амулет? Повисит на ваших блоках? Полежит рядышком в кармане, но если не пробиться этой энергией через это, то, ну, то что? Поэтому вы смотрите, что вам нужнее. Если вы видите, что есть блоки, то, конечно, приходите на курс, мы будем там уже это отработаем. И у нас как раз вот и про амулет в комплексе при оплате заказа сегодня у нас амулет на личные финансы в подарок, не на бизнес, а на личные финансы. Что за амулет? Это заряженный мною амулет, который вы сначала, мы с вами как бы анализируем это на личной консультации, анализ проблем проводим. Потом в соответствии с тем, что мы выявили, вот это решение этим может быть какое-то руководство к действию. Я могу объяснить, как это, что работает и что у вас конкретно неправильно. А могу сделать вам амулет именно на вашу ситуацию. Но если у вас, как вы знаете, что, например, все хорошо и ничего больше не мешает, как только нужно дополнительную энергию привлечь, если вы пропускаете ее через себя, если вы знаете, что вы открыт, и вам только дополнительная энергия нужна, то тогда и амулет вам очень поможет. А через осознание блоки не уходят. А я не знаю как. Это же внутри, это мышление. Это надо чувствовать. С этим нужно работать. Нужно себя проверять. Практика или медитация будет сегодня? Да, сделаем сегодня практику на благополучие. Вот. Но вот именно в той форме, в которой я говорю, что... Потому что нас много, и не все хотят вот конкретно именно деньги. Кому-то хочется чего-то другого. А муж может поставить мне блок? Рвется куда-то. Угу.
Нам и так хватит. Угу. Ну, вам не знаю. Себе, наверное, точно. Ольга, нужно чистить чакры, прокачивать, удалять блоки, поднимать собственные вибрации. Без этого все напрасно. Никакие амулеты не помогут. Нет, безусловно, конечно. Я почему и говорю, но есть люди, которые уже, возможно, работали над собой, возможно, видят, что у них все хорошо. У них это все есть. И поэтому, им не хватает вот, ну, немножечко, вот. Все отлично, но еще бы вот прям вот чуть-чуть. Вот это таким людям на усиление или после того, как поработали. Почему? Вот мне и самой даже здесь интересно дать этот амулет в подарок именно после комплекса. Потому что в комплексе уже все проработано. В комплексе как раз после этого и этот амулет, он, конечно, будет иметь ну, больше действия. Спасибо за вчерашнюю практику. На здоровье. Ну так что, если вы все просите, уже не один вопрос был, сейчас практика у нас будет. Пожалуйста, напишите, у нас код сегодняшнего сеанса 238. Напишите в чат, я расскажу, что за код, кто с нами еще не работал. Когда я включаю музыку, вы, как обычно, думаю, что вы уже молодцы. Нет, в чат не пишите. Нет, не пишите в чат. Вы сосредотачиваетесь, глазоньки закрываете, представили его перед глазами. Все, да, в чат не пишите. Вот. Вы представили, и все. И дальше мы уже расслабились и получаем энергию благополучия. Если есть у вас люди, кто нуждается в помощи, эта энергия именно универсальная на запрос человека, на то, что нужно. Если для кого-то благополучием на данный момент является здоровье, значит, это будет здоровье. Но так как эту практику я в основном даю вместе еще с практиками на здоровье, поэтому она у меня как бы, ну, по голосу она именно на деньги. А так это универсальная энергия. Пользуйтесь, питайтесь. Надежда, важно перед вашими практиками быть голодным или нет? Нет, не важно. Не важно. Абсолютно. Никак не влияет. Ну, тогда давайте с вами приступим. Сделайте глубокий вдох. Закройте глаза. Все мышцы вашего тела расслаблены. Вы невесомы и свободны. Вам очень легко. Вы чувствуете, как легкое тепло наполняет вас. Вы полностью расслаблены. Вы дышите ровно и спокойно. Мысли покидают ваш разум. Представьте, как на вас сверху опускается большой золотой шар. Вы оказываетесь полностью внутри него. Энергия благополучия
полностью пронизывает ваше тело с головы до ног. Каждая клеточка вашего тела впитывает заряд благополучия, и оно всегда и везде будет с вами. Повторяйте мысленно за мной. Я принимаю все блага Вселенной. Я принимаю все изобилие чудес Вселенной. Я восстанавливаю свой канал получения изобилия. Я готова получать благо Вселенной просто так, за то, что я есть. И вот энергия золотого шара постепенно впитывается полностью в ваше тело. Теперь она будет вас всегда и будет привлекать к себе подобное. Открывайте потихоньку глазки, возвращайтесь. Вот Людмила спрашивала, как сесть, как лечь, неважно, самое главное, чтобы не уснуть, а поделиться, что видели, как ощущения. Амелия, спасибо, а то остальные говорят, чтобы не ели. Я никакой связи ни разу не прослеживала в этом с энергией. Работали разными методиками, разные люди, я видела, ну, с едой никогда не связывали. Людмила, как здорово, спасибо. Сергей зевота замучил. Негатив, Сергей, выходит. Наверное, все-таки ваш сосуд не совсем пуст для приема. Если зевоты, если слезы, тем более. То есть это значит, не помещается. Ну, цены, конечно, впечатляют. Меня почему-то морозило. Ну, реакция, самое главное, что она есть. А цены, я не знаю, насколько вы готовы вложиться в ваше будущее и в ваши будущие доходы. От этого же тоже очень многое зависит. Вот так вы и блокируете, именно блокируете процесс вот этой передачи денег. Это дорого, это для меня неподъемно, это не для меня. Ладно, вообще ком подошел к горлу. Но вот на такой практике, если такие ощущения, это говорит о том, что, значит, нужно чиститься сначала. Значит, есть то, что мешает. Это зевот, это когда выходит негатив, слезы, когда... Вы можете видеть, что у человека есть плохое, всякие порчи и так далее. Да, могу. Да. Это тогда лучше, конечно, на индивидуальную консультацию прийти, чтобы с такими вопросами. Ага, ощущение покалывания во всех клеточках, радости, свет идет. Ну, здорово, здорово.
как за деньги и доходы платить меньше. Мало заплатишь, мало получишь. Но, к сожалению, не все это так воспринимают. Но тут же сразу, вот они и выявляются, блоки здесь видно. Жалко на себя. Жалко, что это не для меня, это дорого. Было явление процветания, было весело и радостно. Степан, в шар не попал, был хоровод девушек в белом с голубым светом. Отлично, отлично, мне очень нравится, какие образы вас посещают. Но вы знаете, самое главное, что это хороший образ. Вы все-таки напитались энергией, ведь когда так много девушек вокруг, это же здорово. Ирина, вы можете рассказать об успехах ваших учеников, которые прошли ваш курс? Вы знаете, я уже очень давно практикую, и все люди, которые работают над собой, вот что мы именно поднимали, какую тему, что можно просто ничего не делать, и здесь, к сожалению, вот такие результаты, если ничего не делать. Успехов их много, и их на самом деле много. Я не буду говорить, что кто-то... После того, как прошел курс, стал миллионером, вот прям миллионером нет. Ну, а зачем это? То есть, вот, но доходы все свои повысили, убрали блоки, поставили правильно цели, научились управлять этим потоком. А там уже дальше, вы же понимаете, кто хочет, тот идет дальше. Кто не хочет, довольствуется тем, что есть, если человеку достаточно. Я здесь, ну, не могу как бы этот процесс контролировать. Все равно в первую очередь тоже от вас зависит. Ничего не почувствовал. Ну, бывает и такое. Но у всех разное восприятие. Самое главное, я не сказала, если для тех, кто не знает, если у вас будет головная боль, какие-то именно реакции физиологические, не пейте обезболивающие, не пейте никакие препараты, если только у вас нет специального назначения врача. Вот когда работаете с такими практиками, никогда ничего не применяйте. А вы не прошли обучение Роберта Флетчера? Нет, честно говоря, у меня эти знания практические, они уже очень-очень давно, и я не знаю, может, конечно, к стыду к своему, но я даже не знаю, кто это. Вот. Поэтому, то есть, нет, не прошла, не знаю. Першит в горле. Марина, ну, как-то не очень по ощущениям. Михалова Калина. А код 238, для чего? Что с ним надо было делать? Один раз представить, и все. Это подключение к моему каналу, через который мы работаем. Угу. Радость, благодарность. А там вы снимаете или потом? Светлана, не поняла, где там. Вы, наверное, насчет там воздействий каких-то писали. С этим мы работаем. Конечно, я же не только смотрю, есть она или нет. Смысл посмотреть. Вы сами можете почувствовать, потому что с вами происходит. Конечно, да, приходите на личную консультацию, там можно будет уже более индивидуально с вами поработать, посмотреть, что у вас. Энергия проходила в тело, ощущение полноты. Угу, хорошо. Вы только медитация или что-то другое? Нет, я не только медитация. Я и психолог, я и коуч. Это и постановка цели. И я эзотерик. Я разными методами работаю. У меня в арсенале очень много методов. Так, ну давайте еще последний вопросик. И, наверное, мы с вами на сегодня... будем заканчивать нашу встречу. А что, если я не вспоминаю медитации? Не верю. Опять вернулись. Что-то я, к сожалению, так вот послушать здоров и богат. Так интересно прочитать, я никак не могу. А что, если я не воспринимаю медитации? Не верю. Опять вернулись в эпоху Кашпировского. Вокруг и рядом одни медитации. Послушайте, здоров и богат. А кто же, Лола, вам сказал, что послушайте и здоров и богат? Мы-то как раз здесь совсем про другое вели речь. И если вы переходили по ссылке, смотрели на курс, то
Где там медитации? Где там написано, что вы сели и медитируете, и у вас все есть? Это работа над собой. Это глобальная работа, но она ровно настолько, насколько вы хотите работать над собой, насколько для вас важны результаты. Очень, очень замечательный вопрос в конце. Вот. Это ни в коем случае. Если бы это все так было, то тогда бы, я говорю, это совсем по-другому бы мы жили. Татьяна, блоки-то блоками, но где их взять на данный момент? Угу. Благодарю. Угу. Понятно. А как мы уже говорили, что кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, оправдание. Знаю сама за собой, замечала и не один год, если я что-то не хочу, я придумаю такую кучу отговорок, почему я не буду это делать. Вот. А когда хочешь, горы свернешь. А люди бьются, и также вот про бизнес говорили, и кредиты берут для того, чтобы хоть как-то улучшить свое материальное состояние, а с проблемами потом все равно приходят с личными, именно в себе. У каждого спикера медитации. Отлично, отлично. Появилось много умеющих людей, людей, которые практикуют. Еще больше появилось людей, которые хотят это давать, в массы. Сами медитации по себе, конечно, не работают. Все правильно, да, Эмма. Как оплатить, если я в другой стране? Ой, это вы сейчас тогда вам скинут методы оплаты, все скинут организаторы. Ну так вот. Я была очень рада сегодня с вами пообщаться. Вы молодцы, вы не стоите на месте, вы очень хорошо, активно сегодня помогали, отвечали на вопросы, тоже вместе думали, рассматривали свои блоки. Я вас тоже очень благодарю за все. Ждите в гости. Вот, очень вас благодарю, вы молодцы, самое главное, не стойте на месте, двигайтесь вперед, вот, и до скорых встреч, я передаю слово Галине. Всего доброго. Надежда, огромная благодарность за выступление. Все четко, ясно, профессионально и с большим желанием помочь людям. Даже просто вот слушаешь ваш голос, и уже вот идет какое-то такое успокоение. Кажется, что все действительно будет хорошо, все надежно. Осталось только сделать то, что скажет Надежда. Друзья, согласны со мной? Угу. Чувствую такая вот энергия, вот какой-то вот надежности. Вот я так ощущаю. Тамара, спасибо большое. Стараюсь. Беттина, как оплатить из Италии? Сейчас я об этом скажу. Да, и мудрости, да, Эмилия. Точно, мудрости еще. Я думаю, что-то не хватает мне какого-то слова. Замечательно. Ну вот мы всю неделю эту Надежда у меня выступала, видите? Всю неделю, так сказать, у нас прекрасное настроение. Так. Ну что, какие, друзья, вопросы есть? Валерия, спасибо большое вам тоже. Ну, теперь мы подружились с ней, она будет время от времени выступать. Так что не прощаемся. Какие-то еще другие темы предложат. Вот.
А пока. Спасибо, Миле. Но пока вот на сегодняшний день она приглашает на... Мы вчера, кстати, ой, позавчера, кстати, с ней еще после вебинара долго обсуждали, как именно в какой... как сказать, в какой форме предложить вот работу по деньгам. Вот сошлись на таких трех вариантах. То есть, кому нужна просто индивидуальная консультация, хозяин денег, анализ проблемы и ее решение. То есть, консультация, как обычно, состоит из двух встреч в скайпе. Вот, и вот сегодня цена 3500. Ну, вот работа у меня такая, про деньги говорить. Вы же понимаете, что любая работа должна оплачиваться, особенно вот такая энергетическая работа. Вот. То есть вы на этом сеансе, на первом, обрисуете проблему, она посмотрит, там сделает, ну, как сказать, по-русски говоря, сделает диагностику, да, посмотрит, какие причины ваших проблем. Это, конечно, наши собственные блоки, которые могут идти от родителей и от окружающей среды, и сами себе ставим, и, может быть, по роду там что-то идти, не знаю. Может, действительно, кто-то вам чего-то там пожелал. Огромное количество причин может быть. Вот. А может быть, сразу несколько. Вот и Надежда посмотрит и определит. И второй сеанс – это уже решение проблемы. Вот. И также она предложила уже комплексно решать проблемы ваши. Ой, сейчас, не в ту сторону. Так, что-то я не в ту сторону кручу сейчас. То есть первый пакет стандарт, это в течение месяца 10 занятий. Проработка блоков установленных системой семьи воспитания. Проработка блоков, которые установлены нами, то, что я говорила. Проработка блоков внешнего воздействия, когда нам кто-то желает счастья, в кавычках, да? Восстановление денежных каналов трех уровней, на уровне головы, на уровне сердца, на уровне ног. Установка прочного энергетического канала. Получение денег. Это 7000 стоит. И да, кто заказывает сегодня. И начало 15 мая. 15 мая это пятница. И будет два занятия в неделю. Напишите мне, пожалуйста, Данил, какой день второй недели будет. И следующий пакет стандарт, комплекс. Это то же самое, там уже два месяца работы. И плюс один месяц индивидуальной поддержки в скайпе. Да, кстати, все, кто записывается на курс внедрения денежного канала, как стать хозяином денег, значит, все будут состоять в скайпе, где можете задавать вопросы, получать ответы, между собой делиться какими-то своими впечатлениями, открытиями, озарениями. Вот, значит, второй комплекс, второй вариант, курс-комплекс, это так же, как и в стандарте проработка блоков от семьи и воспитания, от блоков, проработка блоков, которые мы сами себе сделали, и проработка блоков внешнего воздействия. И восстановление денежных каналов трех уровней, голова, сердце и ноги, и установка прочного энергетического канала получения денег. Все то же, что в стандарте, потому что это получается, вы, наверное, будете вместе заниматься. Вот. И второй месяц, это уже у вас идет простановка и закрепление программы получения денег без усилий. А вот, кстати, у многих, у меня, кстати, вот это тоже программа, я так в себя нашла, что денег надо, но работать не хочется. Вот. Ну, как подумаешь, надо еще и работать. Ну, так, смеюсь, конечно. Но на самом деле так оно и есть. Людей пугает вот это, когда работают на двух-трех работах. И остается вот это вот состояние какой-то каторги или ужаса. И просто когда-то это у меня было, оно, видимо, у меня осталось. Вот.
чтобы деньги получать без усилий. Программирование на повышение общего финансового уровня жизни и подбор личного кода для управления денежным потоком. Вау, видите, замечательно как. Цена 17 тысяч. Ну, вот я постоянно говорю о деньгах, о ценах, да? То есть я могу сравнивать, что и сколько стоит. И я считаю, кто-то написал цены, извините меня. Ну, это не такая уж и цена большая по сравнению с тем, что вы сможете получить просто, ну, как сказать, финансовую свободу. Тогда вы сможете уже и ездить отдыхать, покупать то, что вы хотите. Ну, вот. То есть откроются какие-то у вас каналы для получения денег. Придут какие-то возможности просто. Как это, вот как это случается. Так. Начинается 15 мая. До 15 мая, Данила, это же пятница. Почему тогда среда, суббота? Вот. Поэтому я считаю, что для получения такого результата, извините меня, 17 тысяч, это вам покажется потом это совершенно смешными деньгами. Сейчас я посчитаю, сколько это в долларах. Ну, 326 долларов. Ну, так я знаю, я вот 3 недели была в России, сейчас ориентируюсь в деньгах. И знаю, что это... Я понимаю, что, конечно, тут многие люди пришли, которым действительно нужны деньги, которые нуждаются. Но иногда можно уже сделать какое-то усилие, выпрыгнуть из этого привычного круга, чтобы изменить свою жизнь. Легче всего говорить, что нет денег, не могу. Ну так оно, они не появятся, когда вы так говорите. Это знаете, вот как вот аффирмации есть такое понятие. То есть мы, получается, постоянно говорим про аффирмации каждый день. И Вселенная нас слышит, у меня нет денег на это, у меня нет денег на это, на то, у меня денег нет на это, я не могу себе позволить это. Что Вселенная слышит? Я не могу себе позволить, у меня нет денег. В результате, что мы получаем? Вселенная говорит, да, дорогой, у тебя нет денег. И ты не можешь себе это позволить. Понимаете? Меня спрашивают часто, как я оказалась в Америке. Я тоже попала в большие долги. Я занималась бизнесом, там продажей, все такое. У меня, что называется, это было начало 90-х. Помните, дикие 90-е? И я... Ну, в общем, подставили меня. Кинули, подставили, что называется. Где-то там включили счетчик, обращалась в милицию, ну там нашли, кто это сделал, но денег уже не вернули. В общем, короче, я стала оказаться в очень больших долгах. И я поняла, что я не смогу заработать. Я на самом деле бизнесмен, ну, неважно. Вот, плохой. По крайней мере, в торговле. Вот. И я просто какой-то этап, просто на каком-то этапе поняла, что я ничего не смогу сделать, я поняла, что мне нужно что-то менять. Радикально. Я просто выпрыгнула из этого. Я заняла деньги. И на эти деньги полетела в Москву. И там шла просто по улице. Вот даже, честно сказать, я просто слушала, вот что мне говорят из Новосибирска в Москву. Шла просто по улице. Увидела объявление астролога. Зашла. Мне тут же сделали консультацию. Сказали, что у меня там стоит Сатурн в 4-м доме. Что это означает, что в родном доме у меня никогда не будет... Ни денег, ни счастья, ни богатства, ни здоровья, что это ведет все к разрушению. Что я должна уехать как можно дальше из дома. Я вернулась, буквально в тот день я случайно опять же на столбе увидела объявление, что набирают в Америку работать на уборке. И я к ним обратилась. Вот, и так получилось, что на меня вдруг неожиданно свалились деньги. Вот понимаете, когда ты делаешь так, как надо. Вот, ну, чужие деньги свалились. Я на эти чужие деньги... Вместо того, чтобы передать кому надо, я на них просто уехала в Америку, а отсюда уже со всеми рассчиталась. Вот и все. То есть я понимала, что там я не потяну, я не умею торговать так вот, такими. Вот так и тут. Просто иногда нужно выпрыгнуть из своего привычного круга, перестать говорить мне денег, а что-то надо сделать. Я не то, что вам советую там чего-то, я вам советую своего личной жизни. Да, вот Данил пишет, конечно, можно и в рассрочку оплатить.
То есть можно всегда договориться, мы всегда идем навстречу. Во всяком случае, я за спикер, вот кто ко мне обращался, уже как-то платят в рассрочку что-то, я всегда договариваюсь со спикерами, чтобы делать рассрочку. То есть я все прекрасно понимаю. Но когда человек хочет, он все-таки находит возможности. Так, перелистываем дальше, да? Ну вот еще раз индивидуальная консультация. Марина, вы вообще... Здравствуйте, дорогая. Я уже думаю, куда это у меня Марина пропала? Я ж так к вам привыкла. Ну, что сказать? Мы с вами просто составим график, когда вы можете рассчитываться. Вы же знаете свою. Вот смотрите. Вы хотите какой взять курс? Стандарт или комплекс? За 17 хотите. Ну, смотрите, вот вы можете платить 7 тысяч сейчас, и вот за этот месяц начнутся занятия, у вас уже начнутся решать ваши проблемы, и у вас уже через 2 недели появятся деньги, даже какие-то дополнительные, потому что уже у вас за этот первый месяц снимутся блоки, все блоки, да? И что там у нас еще будет сейчас еще раз? Вот так, лесно. Вот комплекс. Вот смотрите, на первый месяц, что у нас идет? Проработка блоков различных, да? Восстановление денежных каналов. Вот это, вы за месяц это уже все восстанавливаете. И второй месяц уже у вас будут спокойно появятся деньги на оплату второго месяца. Вот и все. Вот я не понимаю, что такое смысл получать меньше при таких скидках. Не поняла смысл, что вы написали. Вот, да, Марина, так и есть. Вдруг должники по каким-то причинам решают отдать деньги. То ли на них деньги свалились, то ли вдруг к ним пришло какое-то понимание или информация, что надо все-таки рассчитаться с долгами, а конкретно с вами. Ну, всякие могут быть ситуации. Ну, я, наверное, не все успевала читать, что-то пропустила. А, поняла теперь, Марина. Угу. Что вы написали? Так, жду вопросы. Да, вот вижу, вы сделали заказ на комплекс, Марина. Ну да. Да, Марина, с вами согласна, конечно. Лучше, конечно, лучше всего взять, конечно, курс комплекс, где уже получаешь полное. Просто вы делаете сейчас заказ на 17. Тамара, может, конечно, выиграть лотерейный билетик. А может быть, смотрите, вот вы же, Тамарочка, ходите сейчас на курсы, вдруг что-то такое появится, вот вы с компьютером дружите, что вам даст возможность зарабатывать деньги без усилий. То есть появится какая-то работа, которая будет вам в удовольствие. Вот как мне моя сейчас работа. Она мне в удовольствие. Я даже эту работу не считаю. Я получаю удовольствие находить интересных людей с интересной информацией и давать людям знания. Вот я просто от этого балдею, что называется. Вот.
И вдруг как раз что-то такое появится, тоже такая, условно назовем работу, заработок, даже не знаю, как это сказать, что работа, слово раб не хочется употреблять, заработок. Ну, какое-то, ну, что-то интересное, что вы будете делать с удовольствием, помогать людям, приносить пользу людям, еще плюс и деньги получать. Вы согласны со мной, Тамара? Жду от вас ответа. Так. Угу. Данил отвечает Риме. Так, у меня сегодня... Когда я спешу день... А я не поняла. А, Марина... Ну, когда вы пришлете деньги, я, конечно, буду видеть, сколько вы прислали. Я, может быть, не совсем правильно поняла ваш вопрос. Согласна, Тамара. Ну, вот видите. Марина, я не знаю вашу систему. Вы в России живете? Ну да, в России. Да, главное, что вы заказ сегодня делаете. Оплатить можно завтра. Конечно, не все же могут онлайн платить. Кому-то надо идти куда-то там в банк или в Евросеть или еще куда-то. Да, вот скидка сохранится, кто сегодня сделал заказ. И оплата, что у нас получается? Сегодня у нас пятница, да? Пятница. Ага. Ой, значит, тут нужно... Я не знаю, в субботу, 9 мая, будут ли у вас работать. Ну, главное, что делать заказ сегодня. По оплате мы договоримся. Да, Марина, конечно. Я вам скажу, сколько пришло. И даже могу выслать вам скриншот. До 12 не работают, да? Так, сейчас смотрим. И понедельник тоже выходной получается. Ну, хорошо. Значит, 12 будете оплачивать. Просто заказ нужно сделать сегодня. Да, оплатить можете 12-го. А, Марина, куда вы нажимаете на платить? Я же не высылала еще никаких. Я же не высылала еще никаких реквизитов. Вот смотрите, ссылки, которые мы вам сбрасываем. Сейчас я тоже сброшу, а то я что-то сегодня даже ссылки не сбрасываю. Это ссылки для того, чтобы вы зарегистрировались. Вот. А, значит, я говорила, что в этом сервисе там идет какая-то перестройка и сложно, не получается. Или я технически безграмотная. Короче, не получается мне там что-то сделать, поэтому я просто даю на прямые реквизиты. Сейчас я сброшу, посмотрю, что там выходит. Да, сейчас я дам реквизиты для оплаты. А напишите, пожалуйста, какие реквизиты кому нужны. То сейчас я перечислю. Сейчас я просто сделаю тестовый заказ, тоже проверю, секундочку. Угу. Ну, по-прежнему пишут, что, к сожалению, в данный момент недоступно ни одного способа оплаты. Повторяю, что вы просто делаете заказ. А реквизиты мы сбрасываем прямые. Марина, какой вам нужно реквизит сбросить? Значит, смотрите, у нас есть Яндекс, Киви, PayPal, Сбербанк, система электронных переводов, MoneyGram, Контакт, Western Union. И такие переводы. Это золотая корона. Да, связной есть еще. Золотая корона. Что там еще? Юнистрим, да? И есть возможность через приватбанк оплачивать тоже. Связной.
Так, вот связной я не приготовила. Да не, у вас далеко связной? Или я Сбербанк карту? Сейчас я. Да, сейчас связной сбросит, а я вам сейчас в деревне. Ну, в деревне, я думаю, что есть Сбербанк. Я сама была недавно в деревне у нас в Сибирской области. Сбербанк есть, по-моему, мне так показалось, что Сбербанк, по крайней мере, есть везде. Ну и вообще банков сейчас, по-моему, у нас тут закрываются магазины, на их месте открываются банки. Прям на каждом блоке по нескольку банков стоят. Так. Вот Сбербанк. Ну, смотрите, Марина, вы можете онлайн сделать? Вы заходите, если у вас, значит, да, раз вы на компьютере, то компьютер при вас. Заходите в онлайн-аккаунт своего Сбербанка, и там пишете, что послать деньги, и вас спрашивают, куда, и вы указываете вот карточку, вот, которую я вам сейчас бросила. Киви есть. 9% киви. С ума сойти. Сейчас сброшу постепенно все реквизиты. Вот Яндекс сброшу. Ну, мне кажется, самый популярный это Яндекс. Самый меньший процент в Яндексе. И меньше всего. И легче всего заплатить. Так, вот киви. А вот есть и PayPal. Вот Данил вам сбросил связной, пожалуйста. Это PayPal. А PayPal, если вы платите из Америки или из Канады, то не надо 3%. Потому что тогда можно послать как родственнику или другу, и комиссии ни с вас, ни с меня не берут. А из других стран нужно. Подождите минутку, у меня там обед горит. Так. Сбербанк я сбросила, да? Ага. Да, вот вебмани есть. И рублевые, и долларовые. Да, Марина, вы можете перевести на карту Сбербанк. Так. Ой, слилось опять вот. Да, кстати, смотрите, я забыла сказать, что при оплате комплекса сегодня, кто сегодня может оплатить, вы получаете амулет на личные финансы в подарок. Вот еще такой есть стимул. Но это для тех, кто может напрямую сегодня оплатить.
Вообще, если вы приходите на вебинар онлайн, то нужно где-то себе завести какую-то возможность оплачивать онлайн сразу. Всегда идут подарочки. Вот, Мариночка, вы как раз получите амулет личный. Данила, так вам вопрос. Так. Система электронных переводов. Вот Western Union, MoneyGram и Контакт. Это уже ко мне можно посылать. Но если кому нужны какие-то другие переводы, Золотая корона, Лидер, Юнистрим. Это, пожалуйста, пишите. Есть Альфа-банк еще. Ну вот, еще есть Альфа-банк, пожалуйста. Кто с Украины через Приватбанк хочет оплатить, тоже пишите. Я вам дам. Сейчас я сброшу свою почту. Я вам буду давать реквизиты, потому что у нас реквизиты могут меняться на данный момент. Потом, пожалуйста, кто с Украины, пожалуйста, как у нас говорят, welcome. Юникредит банк. Вот, видите, сколько еще у нас есть. Так, вот посмотрите, какие-то вопросы у вас возникают. Иногда бывает, что, знаете, сегодня послушали, утром встали, и вот пришла какая-то мысль. Запишите себе мою почту. Пишите мне на почту, пожалуйста. Сегодня, кстати, я почту еще не проверяла. Прошу прощения, не успела. Вот. И по поводу записи сразу скажу, что запись у нас можно получить трех вариантах, то есть если вы зарегистрированы по ссылке на этот вебинар, сейчас брошу. Запись получат те, кто зарегистрирован на этот вебинар. Либо есть еще две группы, так как почта приходит нерегулярно, не всегда. Я поэтому создала две группы. Одна группа в чате, в скайпе существует. «Успех и процветание» называется. Там я выставляю все ссылки на вход, ссылки на запись, ссылки на все продукты и тренинги, вообще товары, которые предлагают наши любимые спикеры. И такая же группа ВКонтакте, тоже та же самая информация. Ну, как-то в скайпе почему-то... Вот я уже... Бросила еще раз. В скайпе почему-то общение у нас богаче получается. Так, ну вот, кто хочет присоединиться по скайпу, пожалуйста, присоединяйтесь через мой скайп. Мой скайп Галанит 888 или группа ВКонтакте. Можете туда присоединиться. Так, да, и еще важный момент, что как только вы сделали оплату, прошу об этом обязательно сообщить мне. Либо на мою почту galapro88@gmail.com, либо на мой скайп galanik888. Потому что когда вы делаете оплату, мы видим ваш кошелек, там номер кошелька или номер карточки, но мы не видим ваше имя и не видим ваш имейл, ваш контакт, куда вам выслать приглашение. Поэтому очень важно
чтобы вы написали и сообщили о том, что вы сделали оплату. Ну вот, замечательно. Идут заказы. Ну, я прошу вас сообщать, куда вы хотите платить, если у вас не... Если вы не знаете. О, господи. Читаю и говорю одновременно, поэтому что-то я сейчас не то сказала. Прошу сообщать об оплате, когда вы сделали оплату обязательно. И сейчас... В принципе, я все сбросила, да? Если что-то вы не успели зафиксировать, напишите мне. Вот те, кто сделал заказы. Куда вам удобно? Вот двое, значит, у нас уже выяснили. Рима на связной оплачивает, Марина на Сбербанк. А вот остальные девушки, потому что заказ почему-то делают только девушки. Мужчины как-то... Видимо, с женами надо посоветоваться. Да, мужчины? Так, ну вот еще раз вернемся по поводу консультации. Кто сомневается, в раздумьях находится. Те могут просто взять индивидуальную консультацию и уже решить какую-то, может быть, часть проблем. Индивидуально. Я понимаю, что не все хотят на целый месяц или два в это дело, может быть, вступать. Хотя, слушайте, работать над собой, вытаскивать блоки, а потом получать уже инструменты для работы, так сказать. Мне кажется, это так увлекательно. И главное, что когда ты знаешь цель, что избавиться от тех блоков, которые вам перекрывают, ну, это просто... увлекательное путешествие. Ну и потом, вы же, когда вы это все прорабатываете, вы же еще чему-то учитесь при этом. То есть получаете знания. Кто-то из вас, может быть, также сможет помочь другому человеку потом. Просто я знаю, что здесь у нас много людей, которые сами занимаются работой с людьми, помощью людям, или имеют свои какие-то центры. И тем не менее, имея центр работы с людьми, далеко не процветает, а даже наоборот. Вот как раз сегодня прекрасная возможность. Вы уже четыре, многие из вас уже все 4 дня приходили. И, ну, правда, кто-то и впервые пришел, но, по крайней мере, даже тот, кто пришел впервые, уже ощутили, насколько
Надежда – человек знающий, настоящий профессионал, с большим опытом работы, с большой практикой. Вы это почувствовали, да, когда она рассказывала? И о себе рассказывала, и о том, об успехах ее учеников. Ну и кто, может быть, сначала пришел, не слышал. Надежда является миллионером, но она деньги не заработала. Чтобы стать, вернее, деньги она зарабатывает, конечно, работает, помогая людям, у нее еще бизнесы есть, но она миллион выиграла в лотерею. Так что я думаю, что не просто так ей повезло. Наверное, она тоже что-то для этого делала. Поэтому я считаю так, что когда ты хочешь решить какие-то свои проблемы, нужно учиться у тех мастеров, которые эти проблемы уже решили, которые справились, вернее, эти задачи решили и уже могут вас научить. У Надежды проблема денежная решена, поэтому как раз это тот человек, у которого вы можете научиться и стать тоже успешными в денежном варианте. Ну, конечно, это понятно, что... Да, это тренинги живые, когда Надежда с вами напрямую общается, это не в записи. Это, конечно, нужно будет что-то выполнять. Конечно, это какая-то работа. Но опять же говорю, я считаю, что это не работа над собой даже, это какое-то увлекательное путешествие к себе самому. Путешествие в себя. Так, ну что, почему-то чат молчит, не двигается. Меня-то слышно вообще? А то с кем я разговариваю? Ну, спасибо, Лена. Слышно, да? Ну, отлично. Марина, что вы хотели сказать? Зи – это я. F, я регистрирую. Ага. А, понятно. Ну да, вы сейчас заняты деньгами. Ага, вы открываете себе аккаунт онлайн, чтобы был. Да, правильно, так и надо. И никуда ходить не надо, и можно сразу сделать оплату и получить бонусы. Всегда даются какие-то бонусы на оплату сразу. Так, ну что, друзья, какие еще вопросы есть? Жду вопросов. Хорошо, Марина. Спокойнее, то, чтобы не напортачить. Пожалуйста. Так.
Ага, подарок. Ну, на сколько вы процентов? Так, 7 от 17,7 это будет где-то процентов, наверное, 60-70. Ну вот на 60-70% получите работающий амулет. Это я шучу, конечно. Не знаю, это мне нужно спросить у Надежды. Так. Ага, вот Данил пишет, что в честь праздничных дней, Марина, несмотря на то, что вы не всю сумму оплачиваете, но тем не менее вы сейчас оплатите первую часть. Сейчас брошу карточку Елены еще раз. Вот номер карточки Сбербанка, Виза. Так, друзья, жду от вас вопросов. Сейчас я на пару минут отойду, отключу микрофон и вернусь.